Всем привет! Сегодня обнаружил, что наш салют, и появилась возможность интеграции с TUI, интеграции с Elite. С Elite я не помню, была или нет, но сегодня вот тоже обнаружил. То есть вот смотрите, если нажать на плюсик и устройство других производителей, то есть эти все были, насколько мне помнится. Вот. И уже подключено. У меня подключена Digma и подключена Elite. Причем при входе в Digma мне предложили сначала ввести логин Digma, я ввел, и он потом предложил все туевские приложения. То есть у меня, допустим, стоит Я Смарт, ну, еще есть Smart Life и так далее и тому подобное. То есть разные абсолютно. И Light. И вот посмотрим. Давайте сначала посмотрим. Так, тихо. Давайте сначала посмотрим, что у меня есть в Digma. И я как бы расскажу, что есть что. То есть что-то есть Wi-Fi, что-то есть ZigBee. То есть вот такие у меня приборы есть. Лампы, ZigBee, шлюз и так далее. Пульт есть, но его не было. Так, чего еще не было? Давайте посмотрим в ZigBee, какие есть лампы. В ZigBee есть это зеркало у меня слева-справа. А это офлайн. Почему офлайн? Потому что через умный выключатель подключается. Это ZigBee лампа, но тем не менее она еще и через умный выключатель подключается. Это не совсем правильное применение, но тем не менее у меня вот так работает. В прихожке это тоже ZigBee лампа, она всегда на связи. И мама, папа, это ZigBee лампочки 14-го цоколя. Так, что я хотел еще в TUI вам показать? В TUI. А, да. Я хотел сказать, что еще же есть приложение Я Смарт. Так. И посмотрим. В Я Смарте у меня стоят все мои жалюзи, шторы. Ну, короче, всякие вот такие. Их я еще не пробовал привязывать, но, как мне кажется, они не будут работать в салюте. Но попробую обязательно. Если вы уже попробовали, напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас получилось подключить, что не получилось. Еще также хочу рассказать вам про наш телеграм-канал «Умный дом своими руками» и чат, в котором можно общаться, в котором можно задавать вопросы. Если у вас есть какие-то проблемы, можно решать их совместно. Либо вы поможете, либо вам помогут. Вот так вот. Ссылочки обязательно будут под видео, а либо в первом закрепленном комментарии. И давайте все-таки вернемся в наш салют. Мне нравится очень приложение «Салют». Не только салют. Салют, может быть, не так нравится. А вот раньше было приложение «Умный дом». Его, к сожалению, похерили. Все сунули в салют. Я думаю, что это неправильно. То есть, вот, как видите, вот такие у меня приборы есть. То есть, это ZigBee лампа в ванной. А, нет, слева и справа это ZigBee лампа. А в ванной это Elite. Ну вот, кстати, Elite у нас монохромная. Видите, да, какой интерфейс? А сейчас, к примеру, покажу вам лампу цветную. Так. Ну вот, Elite цветная. То есть она выглядит вот так вот. Настроечки у нее, наверное, все-таки ее
Она у нас в детской стоит, давайте ее в детскую определим. То есть вот таким образом все это действует. Переназвать можно, естественно, лучше переназвать, потому что салюту говорить включи лампа 3, это ну, так себе еще. Я, к сожалению, сейчас не дома, поэтому у меня остались розетка 2, розетка 1, реле 1, лампа. Я не могу понять, что это. Приеду домой и, естественно, посмотрю, что куда определить. И что это определилось. Розетки определяются вот таким образом. Я, к сожалению... Так, номер устройства. Номер устройства скопирован. Да, ничего мы про него посмотреть не можем. Ну, может быть, это и не надо. То есть я все-таки... вот лента у нас есть сберовская, она к Сбер привязана. Вот таким образом она смотрится. А есть еще светодиодная и лайт. То есть, ну, давайте, допустим, включим ее, зайдем в цветной. И здесь... Ну, как-то вот так вот, да? То есть вот поток мы не можем сделать. Ну, ладно. Да. То есть, ну, важно. Я, допустим, пускаю поток, и этот поток идет как смена разных цветов. Ставлю еще на минимальную скорость, но это в приложении Light. И лента стоит за телевизором, ну, она просто моргает так, медленно переливается с одного цвета на другой. Здесь вот, к сожалению, мы только так видим. Ну ладно, ничего страшного. Молодцы, что сделали. Еще раз говорю, мне нравится очень приложение. Вот это вот как выглядит все, дизайнер, видимо, все-таки в Сбербанке есть, и он получает не зря деньги. Пишите еще раз. Вот, кстати, а почему-то разного размера. Смотрите, реле, прихожая. Это выключатель. И это выключатель. А ну-ка, давайте переместим их. Или они перемещенные, я что-то не помню. А, нет, он в коридоре. Да, это тоже в коридоре. Почему выглядит один поменьше, другой побольше, я, к сожалению, не знаю. Ладно, напишите, что у вас получилось. Если видео вам было полезно, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Умный дом своими руками». Можете в поиске просто набрать «Умный дом своими руками». Увидите наш чат. У нас уже почти 1000 пользователей в нем. Все, всем пока.